Приветствую, друзья! Как выйти из стресса в нулевое состояние безмятежности? Критерий науки, заодно могу сказать, что это повторяемость, а критерий искусства – неповторимость. Только наука дает гарантированный результат, в отличие, например, от эзотерики, потому что летают на самолетах, а не на коврах в самолетах. И вот я спрашиваю своего друга, мастера Трис, у которого много-много изобретений. Дорогой Виссарион, ты мастер Трис. В беседе нашей сказал, что во время приема ключа волна, ты сказал, фишка в том, что там три координаты задействованы. Что ты имел в виду? Три координаты какие? И Виссарион мне ответил, на волне, как в лодке, вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз, но сидя на стуле, вверх, вниз не очень получается, поэтому наклоняешься, выпрямляешься во все стороны по критерию поиска идеального действия, то есть состояние, которое вам приятно, это благоденствие, безмятежность, нулевое состояние, покачиваясь, делаешь именно в ту сторону, влево, вправо, вверх, вниз, но ищешь именно как тебе удобнее, чтобы три координаты совпадало. Вот что значит наука, друзья. Это гарантированный результат. Это можно делать сидя, можно стоя. А вы теперь будете понимать в следующем ролике, как через ноль выходить на то, что вы сами хотите. Создавать изобретения или шедевры. До встречи!